И теперь мы продолжаем специальный массаж мануальной спины. В спину входит у нас и от ягодицы до шеи. Шею сразу переходим, не отходя от кассы, не меняя тело своего, положение тела, да, начинаем с сосцевидных отростков. Убираем все в подключичные впадины, надключичные, наползая, наплывая трапеции на свои руки. Теперь растираем, инвертируя ладони. Также от волосяной части вниз уходим. Вниз поднимаем обе части шеи с двух сторон и растягиваем. Растягиваем трапецию, уводя в сторону от центра к периферии. Как вы помните, на шее у нас практически все движения идут сверху вниз теперь. Приняли исходную позу и пошло растирание энергичное от центра к периферии. Сет номер один начался. Это мы рисуем крылья Купидона. Натягиваем трапецию на себя, кулачками разводим холку, растирая ее. И достаточно так жестко размассировав, развели лопатки, прошли мимо них. И у нас поехал бронетранспортер, вниз с горочки скатился, спустился и забуксировал. Таким образом мы декомпрессируем вибрации тазовой кости. Второй проход рисуем еврейский канделябр, минору, основание, стержень, подсвечники. И теперь по очереди. Тазовые кости лево-право, лево-право. Третий проход. Опять уперлись в ось лопаток, нарисовав основание. Стержень. Рисуем минору. Только с большими пальцами. Вокруг каждого позвоночника. Позвоночка обходим и рисуем свечки. По, ну, зажгли как бы свечки по основанию подвздошных костей. Далее прошлись и все тазовые кости начинаем по диагонали с помощью лопатки тоже, то есть в ось лопатки и ось подвздошной кости уперлись и растянули по диагонали. Несколько проходов и дальше мы наш рисунок стираем. Все, что нарисовали, стерли и бросив энергию с локтей. Переходим к растиранию предплечьями от груди до основания черепа. Запуск ракет. Из шахт вылетает ракета С-400. И теперь растираем инвертированными ладонями до плечей. То есть от восьмой части быстро-быстро-быстро энергично до плечей. Методом прищепки растягиваем трапециевидную мышцу вверх-вниз. Вверх-вниз. Три приложения усилий наших. Растянули продольно. Теперь с другой стороны. Один, два, три прохода достаточно. Растянули поперечно, растянули продольно. Растянули обе мышцы продольно, оставив пальцы в точках под акромиальными отростками, развернули руки и приемом куриной лапки нарисовали эполеты. Вернулись обратно и с помощью вибраций дополнительно расслабили трапецию. Теперь с поворотом головы с одной части, в данном случае справа, отодвигаем мышцы. Работая с мышцей мускулус элеватор скапулус до уголка лопатки и с другой стороны. Внедрились, это сет уже второй идет, внедрились кулаками, растерли трапецию, основание черепа нарезали на колбаски и руки превращаются в шестеренки,
с подъемом вверх. Раз, проход, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Не сильно, легонечко можно делать. Теперь натянули с декомпрессией голову на себя. И еще раз на себя. И провибрировали. Пальчики оказались как пальчики на рояле. И мы музыку сыграли на основании черепа. С вибрацией точки шиатсу и точку конфуция прожали в глубине большого затылочного отверстия. Чуть снаружи. Крючком таким одеваем и на себя натягиваем. И третью точку под косточкой. Мягко расслабили. Всю голосовую часть прошли и пошли точки с вибрацией. Чтобы вибрация была легче, я ее без напряжения пальцев добавляю корпусом тела. Видите, корпус у меня танцует. Мягко уводим туда, в надключичную зону. И возвращаемся по точкам за ухом. Последняя точка, где место крепления уха. Размяли всю ушную раковину, растерли ее, прошли точки по внешнему ободку, по внутреннему ободку, над козелком уха, три точки, где крепится челюсть, и растерли все ухо целиком, уводя кровь и лимфу туда, в надключичную зону, по уху, за ухом. И по щекам. Вернулись к массажу головы. Но здесь много особо не надо тратить в данном случае времени. Просто так вот как-то без объяснений сейчас просто хаотично. Хаотично даже быстро потянул. Промассировал волосяную часть. И проходим дальше акупунктурные точки по черепу, которые идут параллельно оси позвоночника, примерно через 2 сантиметра друг через друга, друг за другом. Опять сыграли на рояле. Продавили точки на шее, на плече. Вот эти точки. Теперь у нас такой прием. Наша рука работает как пружина. Уперлись в череп и с декомпрессией отодвинули плечи. Теперь наоборот, инвертировали плечи, видите, и отодвинули сюда голову с вибрацией, с перлевидной. Завершили обратно, то есть все завершающие движения у нас идут теперь вниз. Вниз. Сделали ролик. И мы заканчиваем массаж таким проходом, что возвращаемся обратно. Если надо, в отдельно посмотрите ролики, кому надо прожать точки. Это, в общем-то, не обязательно, да? Сейчас нам надо завершить массаж спины. Возвращаемся с утяжелением, прожимая спину теперь вниз, перпендикулярно в стол. Если до этого мы проходили вот так вот, в горизонтальной плоскости, то теперь в вертикальной плоскости продавили. Таким образом, нарисовали две железные дороги с развилкой от копчика, по которым едет вагонетка в шахты, откуда вышли ракеты с инструментами, груженная, тяжелая, сбрасывает инструменты и назад уходит расслабленная, покачиваясь. Следующая вагонетка пошла по параллельным рельсам к другой шахте, сбросила инструменты и назад пошла раскачиваясь. А с развилки поехали теперь тяжелые ракеты, твердотопливные, которые мы устанавливаем в шахты поглубже, поглубже, с глаз долой ПВО. Назад идет расслабленная, туда идет груженная, тяжело. Как видите, локоть идет с декомпрессией в тело человека на растяжение. Опять установили ракету, и назад пошла, покачиваясь. Далее нам наши следы военной техники надо стереть. Рельсы убрали. Поле раскатали с мощной декомпрессией. Несколькими взрывами
стряхнули землю подземными взрывами, чтобы не было вообще никаких следов по диагонали. Декомпрессировали еще раз позвоночник. Вспахали поле. И совершающее движение опять от шеи, приподняв трапеции. Как будто снимаем кожу с тигра. По три прохода с каждой стороны сделали, вспахали поле. Сбросили всю землю и грязь в шахты, закопав их, заложив еловыми ветками, чтобы не было видно. И ударно-вибрационной техники прошелся град по нашему полю, по пашне. Прошелся крупный дождь. Мелкий успокаивающий дождик забарабанил. Пальчиковый дождь. И легко заколотилась свежая трава, полностью обновив землю. Массаж завершен. Это все. А в следующем видеоролике расскажу, как делать массаж ног.